Привет, Роблокс! Уже тонны плейсов, копирок и продолжений игр Тонов Банбан заполонили нашу с вами любимую платформу. Сегодня я буду смотреть эти трешовые плейсы, и среди них есть неожиданные даже годные экземпляры. Погнали! Блин, Роблокс обновляется. Так, ну что же, это обычный морф-плейс, в принципе, все понятно, но какие тут морфы, что это такое? Боже мой. Шеф-пикстер, Nightmare Шеф-пикстер. Смотрите, кого здесь вижу, это птичка Пила из Банбан Reincarnated, а это Джамбо Джош из Банбан Reincarnated. И мы реально можем им встать, это бесплатно. У него есть анимация, правда, она какая-то стрёмная. У него даже джампскейр есть, смотрите, но у него что-то с глазами. А, нет, все правильно, глаза такие же, да, это та же самая моделька, ребята, только пуговицы какие-то неоновые. Интересно, только жаль, что он маленький. Мои уши только что пострадали. Ну, неплохо, неплохой морфплейс. Крабзилла, Хантер, в общем, все наши любимые с вами фейки. Эту фигню я не знаю, Стиви капелька, Апила с двумя шрамами. Апила с кем-то дралась. Да, Апилы можно стать бесплатно. Вот такая у нас толстожопая Апилка. Тоже такой у него джампскейр. Джампскейр, я так подозреваю, у всех здесь питомцев одинаковый. Шеф-пикстер очень дорогой. Были бы какие-нибудь приемлемые донаты, а так улетит, извиняюсь, до хрена сразу. Вот Джамбо Джош, кстати, еще какая-то его злая версия. Еще более злая, чем в оригинале. Это что такое? Неужели это Банбалена? Боже, что с ней? Смотрите, ее трясет. Это уже последняя стадия алкоголизма. Ребята, не повторяйте за Банбаленой. У нее уже трясучка белая, горячка у нее, смотрите. Она уже кого-то убила за бутылку. Вот этот монстрик мне очень понравился из фейков. Вот-вот-вот и вот этот. Им можно стать бесплатно. Не знаю, как он называется. Очень классный. Просто симпатяшка, просто супер-пупер. Из всех фейков, наверное, это самый милый монстр. Единственное, что меня смутило, он там что-то мусором питается. И вот насчет этого я что-то не поняла. Посмотрите, ему сделали свой джампскейр. Он немножко странный. Но прикольно, в принципе. Что-то прикольное. Смотрите, улитка Селен, причем веселая, не такая упоротая, как в оригинале. Вот почему у фейков получилось улитку сделать посимпатичнее, а такая вполне себе добрая улитка. Видите, какая она забавная? Блин, улитка шикарная на самом деле. Сюда бы что-то пошутить, какую-то шутку сказать. Улитка бежит на нас с огромной скоростью. Смотрите, прикол. Вот так мы реально как улитка медленная, даже назад куда-то едем. А вот так... Как настоящая улитка Селен. Просто сверхбезумная скорость. Аниматроники в виде Банбана, Джамбо Джоша и птички Апилы. Необычно. Но платить за это... В принципе, я так на них посмотрю. Голова Банбалена здесь почему-то валяется отдельно. Кто-то ее шиб. Ладно, давайте поможем ей и прокатим ее на вот этой конвейерной ленте. Что-то она не хочет туда. А, поехала голова. Только я ее хотела вот туда, к Банбану. Блин, да что ж ты, ладно, нафиг тебе. Банбана неплохая маска. 80 робакс, это кто? Это, наверное, Банбалена, которая отвалилась. Это просто футболочка с капитаном Фидлисом. А это птичка на плечо. Вот это классно выглядит. Она всего 20 стоит. Знаете, птичку я возьму, пожалуй, да. Подождите, у меня, по-моему, уже робоксы кончились. Вы ведь заметили, что с нынешним курсом покупать невыгодно? Да иногда это сделать просто невозможно. Да я знаю, что на GGSL покупать робоксы удобнее. И предметы эксклюзивные тут стоят дешево. Ого, вы еще помните эту тарелку? Самое время приобрести, если вы этого не сделали ранее. Смотрите, тут продают Discord Nidra за копейки. И это дико нужная вещь сейчас из-за блокировки. А вы тоже не забывайте обращать внимание на отзывы. Здесь море довольных отзывов. О, 400 робоксов. И тут ниже на 97 рублей. Можно купить хороший VPN. Здесь есть Fortnite, GTA и Rust. Можно купить игры из Стима и посмотреть отзывы. Все, что заблокировано, разве что только тут и купишь. Больше не парься из-за блокировок. Хотя на GGSL очень много продавцов, ведь это целая площадка. Ты можешь все безопасно купить. Ведь деньги не пойдут напрямую продавцу. Они сохранятся в системе внутри. И если вдруг что-то будет не так, можно легко связаться с поддержкой и вернуть себе потраченные деньги. И да, поддержка очень продвинута и всегда на связи. GGSL. Переходи по ссылке в описании.
недорого и красиво. Ну-ка, я еще сразу одену на плечо, будет прикольно. Прикольно, что хочу сказать. У меня до этого был питомец спецсимулятор, сейчас опилочка. 300 баксов стоит вот такая вот тефтелька зеленая протухшая. Это что такое? Это монстр-пылесос, что у него с животом? Не знаю, платно. О, бесплатный слон, то есть бесплатный, у него почему-то рот в чем-то испачкан. В целом прикольно, ё-моё, джампскир как у него выглядит. Как будто кто-то из соседей перфоратор включил. Я теперь знаю, как мои соседи выглядят, которые с утра до вечера ремонт что-то делают. Там еще капитан Фидлис, шериф Жабка, какая-то другая версия Банбана, более стрёмная, почему-то дергается голова у него, не знаю, смотрите, у него какой-то тремор. Пипец, что с ним? Банбан, что с тобой? У него еще это 199 баксов стоит, это добро. Наб-наб можно стать пауком, наб-наб. Блин, 399, вы что, обалдели? Можно стать Золфилсом, только тут он какой-то маленький, похож на какой-то сперматозоид. Что, почему здесь такой маленький, блин? Какой злобный. Nightmare Банбан. Ни хрена себе, посмотрите. Да это демон какой-то самый настоящий. Кто-то уже хотел бы себе такую пижаму из Гардена Банбан. Но, по-моему, круто вообще. Тини Джимми называется. И на нем прям написано. Тоже какой странный скример. Вот это что за кот? Улитка с сыром. Нифига себе, кто это выдумал? Он даже не страшный, если честно. Выглядит вполне себе добрым. Это что? Мне кажется, ему плохо. Да, я могу стать вот этим вот уродцем, но что это? Это совершенно какой-то неинтересный морф. Просто прыгающая голова с языком. Какая-то жесть. У нее еще и джампскейр есть. Снежок какой-то. Что это такое? Блин, это смешной морф, конечно, да. Но мы такое использовать не будем. Потому что Пикстер такой вид, как будто он что-то украл. Ресурс, смотрите, кто-то купил Пикстера, нифига себе, смотрите, какой Пикстер. Сейчас меня Пикстер сожрет. Блин, пипец, все хана. Вы знаете что, наверное, это будет немного странно, но в принципе мне понравился этот плейс. Единственное, что, конечно, все дорого, но так, в принципе, зайти пофаниться, поприкалываться и даже, может быть, что-то записать для ютубчика, нормально, в принципе, нормальный плейс. Garden of Banban Chapter 2. Кстати, лайков больше, чем дизлайков, давайте посмотрим. Так, ну что ж, мы попали в лобби. А что дальше? Что тут происходит? Смотрите, какая-то штука валяется. Что это? Badge of Art. You found Captain Fiddles. Я нашла зуб капитана Fiddles, он уронил здесь зуб свой. Окей, ладно. Колпачок Банбана. Ну-ка. А чё я его взять не могу? Ребята, я колпачок не могу поднять. Почему? Мне это так напоминает лобби игры про создать свой супермаркет, продавать там еду. Помните, такая была? Там прям точно такой же туннель, дорога. Здесь что-то фигурка Соника, печеньки. Ой, что я нажала? О, я попала в морф. Морфы тоже не работают. Опа, не, вот этот сработал, смотрите. Я могу стать капитаном Фиддлс, но... Я не могу выйти отсюда, смысл? А, могу вот так. Ну-ка, Джамбо Джошем я хочу стать. Не получится, опилой. Короче, фигня какая-то. Смотрите, мы нажимаем кнопку Chapter 2 и попадаем во второй чаптер, типа. Я-то был первый, мы сейчас во втором. То есть здесь нету игры, ни функциональной кнопки, но мы можем, типа, походить по Банбану нашему, которого мы знаем. Посмотреть, типа, и да, вау, как похоже собрали. Но по факту игры тут вообще никакой нет. Ой, это что, плюшевая игрушка? Еще одна плюшевая игрушка. Аж приз где? Да, непонятно. Вообще ничего не понятно. О, большой Фиддлс есть, смотрите. Ну-ка, нападет он на нас? Нет? Нет, он не напал на нас. Ну, вообще по барабану. Он не живой, по-моему. И у него два глаза. Поплейтайм даже. В общем, морф красивый, но ничего не работает, поэтому дизлайк этому морфу плейсу. Сюжета тут нет, ничего тут пройти нельзя. Вообще не интересно. Зато у нас есть просто нереально крутая идея. Просто даже разработчики Банбана до такого не додумались. Даже Юник Гейси не допер сделать просто плейс. Где нужно искать, чтобы вы думали, туалет в виде персонажей Банбана? Что за... Ну-ка, давайте глянем, что там, кстати, много лайков. Вступите в группу, чтобы получить бесплатный туалет Банбана, в смысле? Ну, давайте вступим, чё? Да, join group. Ну и получилось? Да, получилось. А, блин, то есть это шантаж.
кирка, ключики, индекс, морф. Морф можно стать унитазом. Что? Давайте найдем унитаз с банбаном какой-нибудь. А его здесь нет. А вот он, хард. Это, между прочим, унитаз хард. То есть его тяжело получить. Ого, свинка пиги. Какой-то черный унитаз. Розовый. Тут еще проблема, то что это спрайт. То есть вы можете так стоять, что вы не увидите его. С одной стороны, надо встать определенным образом. Снеговичок. Мне не интересна эта игра, но мне очень понравилась сама карта. Нужна кирка. Смотрите, тут не все можно открыть. Вот этот можно открыть, если вы найдете шовел. Шовел, это, по-моему, душ. Не так плохо, как могло бы быть, но и не супер круто. Интересно, все оформлено типа как оригинал. На самом деле мы понимаем, что это, конечно, все фан-мейд. Лайков много. Что это такое? Это Джамбо Джош? Что с ним случилось? А, Пет Джамбо Джош. Ну и как, что, 200 рубаксов? Идите вы. Станьте банбалиной, станьте банбаном. Хорошо, как начать играть? Вот, я в автобусе. Все, сейчас будет какая-то интересная игра. Наконец-таки, не просто морф, не просто найди там в карандаш в виде унитаза, а наконец-таки что-то интересное. Сейчас посмотрим. Ну, когда мы поедем, водитель. Что-то подозрительно знакомо выглядит. Я вижу деньги. Давайте подберем деньги. Я богатая. Тут деньги кто-то потерял. Еще деньги. Давайте сядем. Здесь есть место для меня. Эй. О, я могу поиграть. Что-то не очень хорошо получилось. Блин, мимо. Хочу еще повторить. Ну-ка. $5 стоит. Представляете, 5 баксов. Блин, совсем плохо, красная. О, одну кеглю получилось сбить, раз, два, три, четыре получилось сбить. И 4 бакса мне дали, ну-ка. То есть можно заработать на этой игре. Зеленая. Почти все кегли. За сколько баксов? 9? О, давайте еще. Да, мне нравится такая игра. Боулинг. Идеально, просто идеальная полоска. И почему-то сбилась меньше кегель, у меня же зеленая, идеально. И-то так скучно. Здесь нет банбана, у нас на набелью. А при чем тут банбан? Это ужасно, отвратительная игра, она обманывает людей тем, что тут якобы банбан есть, но по сути тут просто скины и больше ничего связанного с банбаном нету. На обложку, значит, лепят банбан, а не дизлайк. Дизлайк. Ужасно. Ужасно. Тоже что-то поинтереснее. Сейчас посмотрим. Кстати, соотношение лайков и дизлайков примерно 2:1. Слышу музыку, которая уже... Ой. Чего ты меня так пугаешь? Это макароны? Фиддлс, что с тобой? Ты что там? Ты что, с ума сходишь, Фиддлс? Тихо, успокойся. Фиддлсы добрые, ребят, вы же помните, да? Нифига себе тут, подождите, это игрок или это реально монстр? А что он здесь делает? Сюда монстр залез, народ. А, морфы. 400 баксов, разноцветный набнав, внутри окорушка. О, и тут уже какая-то игра, слушайте. Тут уже что-то происходит. Я что-то не пойму, а как играть-то тут? Набнав, объясни мне. Ха-ха-ха. Я утащила макароны, недоволена, как бросить. Блин. Короче, надо тырить макароны. Шериф Тостер жрет макароны. Не знаю, как забрать. Он их жрет, не отдает, блин. Ну как, вкусно? Вкусно? Так чавкает. На медведя похож, на старше. Куда деть эти макароны? Все, я забираю тебя. Я тоже хочу макароны. Блин, жопа какая-то. Ай, блин, я уже все меня поймали. Что все покупается за робаксы, а за монетки. Вот шоп. О, Speed Potion. Вот это мне нужно. Ну-ка, Капитан Фиддлс. О, Капитан Фиддлс кушает. Погнали. Лену сейчас стрим еду. Зашибись. 5. Опила Бёрд. 8. Вот это? 10. У меня уже 10 еды стрина. 15. Блин, еще где 16-е? Ё-ма, они все за мной идут. Ну-ка, Invisible Potion. Давай Invisible Potion. Они реально меня не видят. Ой, Invisible Potion, имба, ребят. Нап-нап, смотрите, все. Мы сперли всю еду. Ну-ка. Бегите за мной. Опа. В смысле? Так им вообще пофигу.
Ну вот такая бегалка. В принципе, здесь я не выдумывал, что это какая-то дополнительная часть или какая-то скучная история, в которой нечего делать. Здесь вполне себе можно погонять, поиграть с друзьями. Фига себе, как мы много получили очаёк. Плейсов море. Но есть и годнота. Это была первая часть. Подписывайся, будет и вторая. Это Бомбактус Плей. До новых видео.